Всем привет! Сегодня мы будем озвучивать фильм «Немая». И всем приятного просмотра! Сначала появляются в мои 5 лет. Доча, пора тебе выучить азбуку. Скажи «А». Катя, иди сюда. Что случилось, милый? Кажется, Настя немая. Бегом в больницу. В больнице. К сожалению, ваша дочь немая. Спустя 11 лет. Настя 16 лет. Доча, вставай. В школе. Смотрите, кто идет, наша немая. Такую, как ты, никто не полюбит. От кого мы бежим так быстро? Неужели опять от Ани и Кати? Ладно, иди в класс, я тебя догоню. Пока подожду этих двоих здесь. Людей, за что они не виноваты, но вы просто две тупые мрази. После урока. На крыше после урока Данил. Куда это она? Тем временем у Насти. Закрыто. Опять Аня и Катя, что задумали? В то же время у Насти. Ну, привет, Настя. Сегодня я отомщу тебе. За все. У Данила. Надо к доктору срочно. Беги к врачу, я тебя догоню. Только попробуй еще раз подойти к Насте близко. Пойдешь к директору в кабинет. У врача. Ну, вроде ничего серьезного не вижу. Сейчас обработаем и завязкой закроем. К
как здесь красиво. О, Настя. Хей, Настя, привет. Привет еще раз. Я сюда люблю приходить. Ведь когда я был маленьким, мы с папой и мамой сюда приходили. Но сейчас им не до меня. Куда ты меня ведешь? Хорошо, в какой-то магазин хочешь? В магазине одежды. Слишком мило. Слишком открыто. Спустя 20 минут. Чем это? Пофиг уже. На следующий день. Доча, постой, пожалуйста. У тебя будет сестренка или братик. Понедельник, утро. После уроков на остановке. Вставай, автобус приехал. У дома Насти. Ну вот уже и твой дом. Шипер в деле. Ладно, я пошел домой. Спустя 2 часа. Капец, она долго лежала. Настя, тебе плохо? Проверяет пульс. Ну да, конечно. Нет, 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 Настя! Доктора говорили, что у Насти не одна болезнь немая, а есть еще одна... Но они не могли понять, что это за болезнь. Через пару дней у Данила. Алло. Здравствуйте, Данила, это мама Насти. Здравствуйте, слушаю вас. К сожалению, Настя попала в больницу. Спустя 2 года Настя не просыпалась. И мой отец меня продал. Он поженил меня по расчету. А это фото с нашей свадьбы. Теперь я живу с этой мерзкой девчонкой. Чего ты теперь хочешь попросить? Милый, недавно вышло новое ожерелье, и оно красивее этого. Я тебе на прошлой неделе покупала это дорогое украшение. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Спасибо, котик. Спустя неделю... Привет, котик. Привет, котик. А, ну да, что тебе купить?
погоди. Алло. Данил, это мама Насти. Да, слушаю. Ее выписали? Мы разводимся. Голышом побежал. Спустя 2 недели. Данил помог Насте закончить школу. И однажды днем... Настя, постой, пожалуйста. Супер в деле. Я хотела спросить, ты будешь моей девушкой? Но не всегда бывает хороший конец. Однажды днем... О, нет, она умрет. Блин. Жалко. Конец. Ну и все, котятки, это был конец. Ставьте лайки и все такое. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, это была моя первая озвучка. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудь про подписку. Пока-пока.